Всем еще раз привет! Начинаю новый влог с покупок сразу. Муж съездил в город, у нас дома закончился сахар, он купил в магните сахар. 5 килограмм здесь, потом 4 туалетные бумаги взял, 3 курочки бройлерных и пакет картошки. Будем пюре делать, наверное, курицу сделаем, не знаю. Мы всегда берем по акции вот такие вот охотничьи колбаски. Упаковка что-то за 99 рублей вроде бы, что ли. Или даже меньше. Они всегда по-разному. Когда по 99, когда дешевле бывает. И 2 литра молока. Вот такие вот все у него покупки. Ну, а я сейчас одеваюсь и иду в садик. У нас вечер, и я иду в садик. Девочки сегодня тут, как видели, крепость построили. А сына скидывал снег. Почти пол кухни скинул, еще ему скидывать куча дорожки. Потом будет чистить. Ну, а мы идем в садик. За Ваней и за Мариной. На улице немножко потеплело, но говорят, понедельник опять девочки опять все побросали. Надо заставить их убирать. В понедельник опять, говорят, будут морозы, поэтому не знаю, что там будет у нас. Пойдут дети в школу, не пойдут, неизвестно. А здесь мы приготовили ужин, я приготовила тарелки. Сегодня у нас будет на ужин, сейчас вы увидите, что. Это будет пюре. Пока я ходила в садик, муж приготовил пюре. Правда, сделал очень жидковато и мало молока положил. Но так в целом нормально. Разлаживаем по тарелкам. А также у нас пюре сегодня будет вот такие вот охотничьи колбаски. Детям очень нравятся они. И вот мы решили к пюре им их как раз и дать. Сейчас я положу их на тарелочку и деткам буду раздавать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ребята, всем добрый вечер. Расскажи, Маш, что мы сейчас покажем? Что вы делали? Папку. Да, помните, когда Катя получила новогодний подарок? Катя же, да, его получила? Да. И там были что? Конфет, кулек и... Игры и всякие поделки делать, да? И Маша с кем ты делала? С Максей и Катей. Да, это сделали. Сейчас мы вам это покажем. Так, дорогие друзья, вот такой вот подарок получала Катя, да? А в нем было, надо было сделать всякие штучки. И вот что у нас дети сделали. Ну-ка, помогайте, я не могу открыть. А во. Ого. Так. Дата празднования Нового года. Ну, и тут вот листать. Всякие, да, тут листать, как книжечку они, видите, сделали. Так. Дальше. Тут и традиция там внутри. Так, подожди, вот это вот как книжечка, да, получается? Тут да. Интересная, кстати, давай вот так вот сделаем. Может, кто-то захочет прочитать. Нажмут, если что, то прочтут. Вы, если кто хотите, на паузу нажмите и прочитайте. Так, здесь внутри что? Внутри традиции всяких городов. А как ее открыть? Давай, показывай, как ее открывать. Это вы все приклеивали? А, так тут Дания. Ух ты, слушай, так это интересно. Португалия. Закрывай, Катюша. Вот они развлекались. Надо спать ложиться, они развлекались. Подожди, говорит, мама, дай мы доделаем. Чуть-чуть осталось. Все. Так, все, да, сделала. Это что, рассказывайте? Да, угу. Пазл, вот такой вот пазл. Так, вот такой. А, вот там, да, его сложили? Никогда. Вот а, ну да, там вот такие лежит. Вот детальки. Интересно было делать? Угу. Дальше. Вот это что рассказывает? Елочка. Елочка. А на елочке что? Ой. А, так это вот как раз вот это вот даты празднования, это, наверное.
Видите? Города. Это как что игра, делать? Скорее всего, видишь? Всякие города. Да, города разные, и где какие праздники проходят. Дальше. Тут Оксана, подожди. Наряжать елку. Как наряжать елку? Открывается она? Тихо. Видите, я же не могу одной рукой и снимать, и держать. Давайте, открывайте. Ого, тут надпись такая. Закрывай. Дальше. Имя Деда Мороза в странных... В разных странах, да. Подожди, Оксан. Тут... Подождите, свет на камере включу. Потому что так и так, вот так вот, наверное, лучше будет видно. Так, имя, да? Вот смотрите, разные. Россия, Швеция. О, Германия, смотрите, как. Сербия, Болгария. Если кому интересно, вот сейчас я буду. Маш, держи вот эту вот, чтобы она не катилась, пожалуйста. Нет, пониже где-то, чтобы я могла показать. Тут, ну, как зовут их всяко. Слушайте, интересное. Классный подарок, конечно, Катюша получила. Дальше. Это что? Это викторина, да, какая-то? Там вопрос. Надо отвечать. А, там вопрос. Ну, давайте, первый вопрос. Это новогоднее украшение в Японии или имя Деда Мороза? Япония. Ищем Япония. Это? Это украшение. Украшение. Вот Япония, видишь, там не так. Поэтому вот так вот. Ну вот в целом вот такая вот, ребята, получилась книжица. Тут написано, что такое. Так, да. А здесь вот, что такое лэпбук? Это вот чем дети у меня занимались. Вот такая вот штучка у них получилась интересная, видите? А вот это вот все, что внутри было. Вам самим понравилось сделать? Напишите обязательно ваш комментарий. Ну вот, дети будут теперь развлекаться, играться. Еще одна у них игрушка. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. И всем спасибо, что вы остаетесь с нами. Всех с Новым годом еще раз. Дорогие друзья, а Ваня вам хочет показать свои игрушки. Это кто, Ваня, у тебя? Тигр. Тигр, правильно. А это что? Это у меня что-то делает. Что это? Бумби. Бумби. Это у него Бумби. Тигр у меня что-то делает. И тигр. Тигр, а вот этот может так делать как-то. Да он что-то вот так вот, да. Он должен ездить и вот так вот сюда вдавливаться. Но он не работает. Сломан. Держи, Ванечка. Дорогие друзья, ну а сейчас уже время ночи, конечно же. Ну и я решила разрезать курицу, которую у меня муж днем купил. И сейчас я буду ее разрезать. Вам желаю приятного просмотра. Дорогие друзья, я вам как смогла показала, как я разделываю курицу. Ну вот сейчас на такие части я разделаю еще две курицы и уберем все это в холодильник. Суповые косточки у меня получаются вот такие вот. Потом две филейные части, два крылышка и две ножки. Эти ножки я всегда еще разрезаю вот таким вот образом. И получается... Четыре части. И всегда их готовлю отдельно. Вот такие вот. А у крылышек сейчас еще вот эти забыла отрезать. Не могу отрезать никак. Для Тайсона. У курицы всегда отрезаю попку и жир. Сало, потому что шкурку вот это у нас никто не ест, поэтому это всегда уходит Тайсону. И сейчас я разделаю остальные курицы, разберем по пакетикам и уберем в холодильник, несмотря на то, что у нас уже ночь, второй час ночи.
А у меня еще есть дела кое-какие, которые надо сделать. Так, разрезала мясо. Если что, у нас ночью, если кто не верит. У нас время 2 часа ночи. Так, в целом, вот это вот все получается для Тайсон. Тут шкурки, вот эти кончики от куриных крылышек. Вот сами куриные крылышки. Тут 6 штучек с 3 куриц. Это 2 части от ножек, верхняя и нижняя, по 6 штучек. 3 пакетика суповых наборов и 6 филе куриных. Все, убираем в морозилку и можно идти ложиться спать. Так, меня просили показать в морозилку мою, что я там на Кантаре. Настя, у тебя морозилка есть и мясо запаслась или нет? Показываю. Здесь у меня свинина, курица, говядина, филе куриное, свинина, тоже свинина, сало. Ну вот, один отдел это я сейчас вот заложила заморозить. И тут у меня грибы лежат, просто их надо переложить в другой отдел. Сейчас мы их переложим в другой отдел как раз с вами, чтобы здесь чисто мясо было. Замораживалось. Ну вот, это которое я сейчас разобрала мясо. Тут куриное морозится. Дальше, что у меня здесь? Ну, это вот грибы, которые свои лесные собирали. Это кальмары, сало, печень, по-моему, свиная. Нет, говяжья. Да, свиную мы уже съели, говяжью. В верхнем отделе это обязательно дрожжи еще. Дальше шоколадное масло есть еще немножко. Дрожжи, кстати, дрожжей мало осталось. 3 штучки надо покупать. Укроп замороженный. Тут лед эта дочь что-то делала. Это масло у меня запас. Я на выпечку люблю вот такое вот масло. Светофор взяла. Вот такое масло никому не понравилось. И 2 ленивых голубца, которые еще не доели. Вот такой вот у меня запас. Так что можете не переживать. Запас мяса у нас есть. Вот такой вот, ребята, у меня сегодня был влог. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю огромное-огромное спасибо за то, что вы остаетесь с нами. И всем говорю пока-пока. Я пошла спать.